Артемий Назаров занимается мотоциклетным спортом с 3 лет. Мастер спорта, шестикратный чемпион России по мотокроссу. За годы в спорте завоевал множество трофеев на различных соревнованиях. Но на достигнутом не собирается останавливаться. В состязаниях, которые проходят в Анискинском карьере, участвовал многократно. Так и на этот раз приехал побороться за кубок Щелковского района. Организация на высшем уровне, все подготовлено, как на чемпионате России. Отличные призы, отличные партнеры соревнований и... Я считаю, что действительно достойный уровень. У меня на самом деле занимается отец, занимается брат родной. Вот. Можно сказать, я увидел, как ездит брат, и решил, что тоже хочу этим заняться. В итоге отец купил мне мотоцикл, привел меня в этот спорт. У меня начало потихоньку получаться. Ну и на данный момент добился отличных титулов, я считаю, и стремлюсь только вперед. До старта остаются буквально минуты. Ярко, зрелищно, масштабно. Именно так пройдет эта гонка. Ведь вновь соревнования за Кубок Щелковского района по мотоциклетному спорту собрали в одном месте и в одно время спортсменов со всех уголков Московской области и соседних регионов. Вначале тренировочные заезды, затем гонка в классах А, Б, С и Д за звание чемпионов. Позвольте поздравить вас с сегодняшним спортивным праздником. Пожелать вам всего самого доброго. Отличного настроения, хороших заездов. Хочу пожелать победы каждому из вас. И вот он, долгожданный момент. Шум мотора на старт. Спортсмены молниеносно устремляются вперед на преодоление препятствий. Всем им предстоит пройти трассу в 1 километр 600 метров. Гонка состоит из 2 заездов. По результатам каждого заезда у нас выбираются чемпионы, призеры. 15 препятствий, которые все выполнены из песчаного песка. Прежде всего, конечно, это безопасность гонщиков и зрителей. У нас есть хорошее ограждение, у нас стоят на каждом трамплине флагмаршалы. То есть трасса очень интересная. Даже мастера спорта говорят, что на этой трассе в Щелковском муниципальном районе приятно тренироваться, заниматься, показывать лучшие результаты. И особенно, конечно, в Щелковский район стараются все спортсмены приезжать. Всего же соревнования собрали более 80 участников. Нужно отметить, Анискинский карьер для мотогонщиков – историческое место. Соревнования здесь проходили с 1987 года вплоть до начала 90-х. Затем же, после многолетнего перерыва, в 2015 году организаторы сегодняшних состязаний возродили традицию. 3 года назад на этом месте мы увидели, что раньше была трасса, которая чемпионат проводился в СССР в 1989 году. И мы решили заново возобновить эту традицию, приучить молодежь к спорту, всех желающих, кто любит мотоспорт, чтобы приходили, смотрели, понимали, что есть такой вид спорта, и своих детей, конечно, отдавали в секцию мотоспорта. Мы как бы стараемся и стремимся развивать спорт в Щелковском муниципальном районе. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».